Это «Давеча», и мы продолжаем. 32 проблемные контейнерные площадки приведены в порядок. Об этом сегодня утром рассказал замначальника департамента городского хозяйства Александр Орехов. Всего таких объектов было 44. Напомню, последние несколько месяцев кировчане жалуются на то, что мусор из контейнеров не вывозится. Во время совещания у главы администрации города выяснилось, причина в том, что в начале года подрядные компании, которые занимаются вывозом мусора, повысили тариф на свои услуги. И по различным причинам не получают по ним деньги от некоторых управляющих компаний. В итоге больше 40 контейнерных площадок, которые находятся в их ведении, были буквально завалены бытовыми отходами. Илья Шульгин заставил управленцев решить проблему и дал на это 2 недели, которые истекли сегодня. Но, как выяснилось, поручение сити-менеджера выполнили не все. В ближайшее время, если ситуация не изменится, информация по проблемным управляющим компаниям и ТСЖ будет направлена в госжилинспекцию, пообещали в мэрии. В итоге управленцы рискуют лишиться лицензии.